Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама. Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам. Hare Hare.
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Kunjani Hare. Jaya Radha Madhava, Kunjani Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Так, сегодня мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам. Песнь 10 глава, первое пришествие Господа Кришны, видение. Текст 23. Васудева, грихе, сакшат, Бхагаван, Пурушаш, Параха, Джанишьяте, Тат, Приартхам, Самбхаванту, Сурастрияха. Васудева грихе сакшат, Бхагаван пурушах парах, Джанишьянте тат приярдхам, Самбхаванту сурастрияха. Васудева грихе сакшат, Бхагаван пурушах параха, Джанишьяте тат приярдхам, Самбхаванту сурастрияха. Васудева грихе. В доме Васудевы, которому предстояло стать отцом Кришны. Сакшат, лично. Бхагаван, всемогущая верховная личность Бога. Пурушаха, изначальная личность. Параха, трансцендентная. Джанишьяте, явится. Тат прия артам, ради его удовлетворения. Самбхаванту, пусть родятся. Сурастрияха, все жены полубогов. Перевод и комментарии его божественной милости Бхактивиданты с вами, Шрилы Прабхупады. Перевод. Сам Шри Кришна, всемогущая верховная личность Бога, явится в этот мир как сын Васудевы. Поэтому все жены полубогов тоже должны родиться на земле, чтобы удовлетворять его. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавад-гите 4.9 Господь Кришна говорит: «Тяктва адхам пунарджанма найти мам эйти». Покинув материальное тело, преданный Господа возвращается домой к Богу. Это значит, что сначала преданный переносится в ту вселенную, где в тот момент находится и являет свои игры Господь.
Существует великое множество вселенных, и каждое мгновение Господь являет себя в какой-либо из них. Вот почему его игры называются нитя-лилой, вечными играми. Господь является в образе младенца в доме Деваки. Снова и снова, то в одной вселенной, то в другой. Итак, сначала преданные переносятся в ту вселенную, где в это время разворачиваются игры Господа. Как сказано в Бхагавадгите, даже если преданный не достиг совершенства в преданном служении, он получает возможность наслаждаться счастливой жизнью на райских планетах, где обитают самые благочестивые люди, а потом рождается в доме Шучи или Шримана, то есть добродетельного брамана или богатого вайши Шучинам Шриматам Гехе Йога Брашто Биджайте. Таким образом, чистый преданный, даже если он не достиг полного совершенства в преданном служении, переносится на высшие планеты, где живут праведники. Оттуда такой преданный, если он стал совершенным в своем служении, переносится на ту планету, где проходят игры Господа. В данном стихе сказано «Самбхаванту Сурастриага». Сурастри, обитательницам райских планет, было велено явиться в роду Яду во Вриндаване, чтобы украсить собой игры Господа Кришны. Затем, научившись жить вместе с Кришной, эти сурастри должны будут перенестись на изначальную Галоку Вриндавана. Во время игр Господа Кришны в этом мире сурастри должны были родиться в разных семьях и обликах, чтобы доставлять удовольствие Господу и таким образом пройти полное обучение, прежде чем отправиться на вечную Галоку Вриндавану. Благодаря общению с Господом Кришной, будь то в Дваракапуре, Мадхурапуре или во Вриндаване, они непременно вернулись бы домой к Богу. Среди сурастри, жительниц райских планет, много преданных, например, мать Упендры, воплощение Кришны. Именно таких женщин, преданных Господу, он призвал явиться на земле вместе с ним. Нама Ом Вишнупадая Кришна Прештая Бхутале Шимате Бхакти Виданта Свами Ити Намине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатя Дешатарине Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвейта Гададхара Шривас Ади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна, 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 Харе 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 Рама, Рама Рама, Хари Хари. Нама Вишну Падая Кришна Приштая Бутали Шимати Ниранджана с вами, тени мене, Анахата Прайсена Прабхупада Ситуштая Санкиртана Правдити Артама Хите Гурве Намаха Манишкам Бхакте Сара Бхакте Хите Хите Кришна Киртана Прадая Ниранджана с вами Намаха Ванча Калпатарубишча Крипа Синдубе Эйвача Патита Нам Паванебхио Вайшнавебхио Намо Намаха. Итак, мы читаем очень важное текст из очень важной главы, очень важной песни, самой важной книги на планете Шримад Бхагаватам. 10.1.23. Просто чудесный текст. Здесь мы видим, как Кришна отвечает на молитвы полубогов и готовит их к тому, чтобы они, некоторые из них, особо преданные, не все подряд, не просто все жены всех полубогов, как вначале кажется, а те, кто особо преданные Кришне. И Шрила Прабхупад в конце комментария говорит, среди сурастри, жительниц райских планет, много преданных, например, мать Упендры, воплощение Кришны. Именно таких женщин, преданных Господу, он призвал явиться на земле вместе с ним. И кто они такие? Почему они там оказались? И как они обрели этот редкий шанс? Это не просто приказ всем явиться, да, как вот в армию все явились.
они были отобраны, особенные, преданные. И не только женщины. Там много полубогов тоже явилось. Много вечных спутников явилось вместе с Господом. Когда Господь приходит, куда бы то ни было, Он никогда не приходит один, такое правило. Он всегда является со своими спутниками, со своими атрибутами. Господь Вишну является со всеми своими спутниками. Он путешествует с большой группой, это как театр актеров вместе с декорациями. У них много-много всего там. И если мы знаем, когда театр приезжает, перед главным актером приезжает сам театр с телеги. Цирк, помните, как цирк приехал? Помните, в детстве, в советское время, как цирк путешествовал из города в город? Я видел такие цирки, видели, да? Сначала привозят шатер, и все говорят в городе, цирк приехал, цирк приехал. Прибегаешь туда, а там кто-то ставит железный каркас, натягивает брезент, еще несколько недель до цирка. Приезжают какие-то контейнеры, телеги, все это происходит, стройка идет. Потом привозят животных, слонов, тигров в клетках. И там начинают их кормят, но еще ничего не происходит. И ждешь, когда же они. Потом, в конце концов, приезжает группа основная. И они там репетируют, уже видно. Потом главный артист приезжает уже. Потому что он все еще там, в предыдущем цирке, играет, пока здесь строит. У них нет перерыва. Пока он там и доигрывает свои игры, главные. Актер и главное его приближенное в другом цирке, уже второй шатер, у них два шатра, они один вперед посылают, а другой здесь еще играет. И вот цирк приезжает, когда он приезжает, и все его спутники, и все, кто там играет, они приезжают до Кришны. Они рождаются, они растут, они должны, вот эти жены полубогов, они там должны родиться из лона вечно освобожденных гопи, все. Они должны родиться, они должны чуть-чуть подрасти, чтобы Кришна приехал уже во Вриндаван готовый, Вриндаван со всеми спутниками. И это очень важный момент, очень важно понять, что это не просто однажды случилось там где-то у полубогов, они помолились, им Господь Кришна через Брахму ответил, что вот нужно так и так сделать, чтобы победить демонов, нужно вот сейчас явиться вместе со мной, и тогда я буду убивать всех демонов. Этот путь, это Шрила Прабхупада здесь описывает в комментарии, тот единственный путь, который всем нам светит на самом деле. Этот путь, он описан, это последовательность, как преданный в своем преданном служении растет от Шрадхи до Премы, и потом в следующей жизни рождается в том месте, в этом материальном мире, где на данный момент Кришна готов начать свои вечные игры Нитья-лилу в Баума, в Вриндаване, в проявленном материальном мире Вриндаваном. И преданные попадают туда. Этот путь описан первый раз, ну, может быть, сформулирован так, точно так же, как Шрила Прабхупада здесь это говорит, Вишванатха Чакраварти Такуром в Рагаватмачандрике. Есть такая книга небольшая. Рагаватмачандрика. И там во второй главе, в седьмом тексте, Вишванатха Чакраварти Такур описывает, вот здесь Шрила Прабхупада повторяет просто его седьмой текст, буквально, буквально пословно. Хотите, прочитаем, как Вишванатха Чакраварти Такур говорит? Как он это говорит? Итак, это Рагаватмачандрика, второй луч, текст седьмой. Текст у него очень большой на санскрите. Он прям несколько страниц идет, его санскрит, санскрит, поэтому перевод будет выглядеть как большой комментарий, но это все его текст, седьмой. Вишванатха Чакраварти Такур говорит, теперь речь пойдет о том, как Рагануга Бхакта непосредственно достигает желанной цели, постепенно проходя такие ступени, как Анартха Ниврити, Ништха, Ручи, Асакти, и в итоге вступает в царство Премы. Очень важно это понять, что здесь Вишванатха Чакраварти Такур говорит о той милости, которая будет дарована преданному, который обрел определенную квалификацию. Не просто случайно на него свалится возможность
получить билет в один конец, в то место, откуда никто никогда не возвращается, то есть во Вриндаван с Кришной, учиться у старших гопи. А здесь еще также он описывает постепенное обретение квалификации, что очень важно. Но это целая тема семинара. Я вообще сегодня вот думаю, как мне все это в полчаса вместить. У меня столько закладок, я явно не смогу сказать все, но я попытаюсь как-то коснуться этой очень важной темы. Дальше он говорит, в Уджвала-Ниламане говорится, тут санскритский текст, того, кого привлекает настроение Бриджабаси, совершают садана-баджан согласно правилам рага-марга. Когда они обретают бесценное для Рагануга Баджана страстное желание, в соответствии с которым, в соответствии с ним, в должное время они рождаются во Враджа-бхуме. Здесь он описывает преданных, которые обрели желание попасть туда во Вриндаван, в свои садхана-бхакти. И как он раньше говорит, сначала идет анартха-невритти, потом ништха, потом ручи, потом асакти, и потом вступает этот преданный в царство премы. Да, вот эти преданные, которые вступили в царство премы здесь, не в момент смерти, как нам иногда может показаться, мы напрягемся, изловчимся, и после всех своих неудачных попыток привязаться к Кришне, мы создадим особо благоприятную ситуацию своей особой молитвой страстной и захотим попасть во Вриндаван, и тогда это учтется. Я попытаюсь вернуться к этим текстам Бхагавад-гиты, если у нас хватит времени. А он описывает преданного, который постепенно в этой жизни, год за годом, ежедневно, непрерывно, очень целеустремленно продвигался от шрадхи к преме, начиная с анартха-невритти, когда работа начинается. И вот эти преданные дальше рассматриваются. Страстное желание. В соответствии с ним, в должное время они рождаются во Враджа-бхуме. Они приходят во Врадж поодиночке или группами, или из двух-трех человек, что очень интересно. Преданные, которые практикуют в этом мире, в этой жизни, сейчас, вот в нашем поколении, да, те, кто практикует серьезно преданное служение группами, они собираются вместе, да, матчитам, адгатапарнах, поддхаянтах, параспарам, катхаянтах, чамам, нитям, тушьянтича, романтича, эти преданные, они постоянно думают обо мне, матчита, матгата пранах, свою жизненную силу, свою прану, все, что у них, всю свою энергию жизненную, они посвящают мне. Бодхаянтах параспарам, они собираясь небольшими группками, как Господь Читания собирался в Гундиче, в Гамбире, со Сварубдом Адаре, с Раманандароем. Вот так вот, собираясь эти преданные, катхаянтах чамам, нитям, они постоянно беседуют обо мне. И там они испытывают, еще до смерти, да, еще до экзамена, они уже испытывают годами, дорогие преданные, тушьянтича, романтича. Вот эти преданные испытывают трансцендентное высшее блаженство. Не теорию изучают о трансцендентном высшем блаженстве, а ее уже испытывают. И вот такие преданные, они потом вместе уходят в духовный мир. Они потом там рождаются, из лона, вечно освобожденной гопи, группами, и узнают друг друга. Хотели бы здесь подружиться с преданными, которые каждый день испытывают трансцендентное вечное блаженство, которые постоянно катхаянтах чамам нитям обсуждают харикатху, бодхаянтах параспарам. Они размышляют обо мне, думают обо мне, учат друг друга обо мне, и они испытывают это блаженство. Вот в этой жизни, если мы годами, если мы присоединимся к таким преданным и станем одними из них, то тогда, в следующей жизни, родившись в Баума, в Риндаване, мы увидим, что такой-то преданный, он тоже там. Так классно было бы и будет, если мы серьезно захотим пройти этот путь, а другого пути нет. Там есть еще окольный путь через райские планеты, через через судьбу, йога, который не достиг совершенства, как Арджуна спрашивает в Бхагавад-гите. Я попытаюсь к этому вернуться, сейчас прочитаю это. Но это прямой путь. Прямой путь – это вот так. Собраться и погрузиться, и достичь премы вот в этой жизни. Потом момент смерти – получить следующий тип тела, как Нарада Муни, который обрел это общение с Господом, у которого развивалось это сильное
Дридхарати, Брамано, Ниргуна, сильное, страстное, все возрастающее желание, привязанность рати к верховному Браману, который свободен от материальных гун, то есть обладает духовными качествами. Он с ним общался в самом начале, в детстве, с этим Браманом, верховным Господом, чей голос он слышал, теплый, добрый голос Господа. Он сравнивается с громом. Слышали, как вот иногда, когда до дождя, дождь когда подходит, слышно издалека раскаты грома. Они такие низкотембровые, низкий такой, он везде проникающий, он непонятно откуда он, сверху, сбоку, справа, слева. Гром, когда вот гремит, и ты понимаешь, где-то там есть гроза, молния, дождь идет. И этот гром, он очень низкочастотный. И вот с этим звуком сравнивается голос Господа. Он не писклявый у него. Он такой уверенный, мужской. Он Пуруша, он мужчина, он единственный вообще во Вселенной. Потом все остальные будут уже Пракрити, энергии. Мы Пракрити, мы вообще женщины. Женская энергия, в смысле, по отношению к Пуруше, наслаждающимся. То есть мы как верная супруга, стри, она служит своему супругу Пуруше. Пуруше – это мужчина, вот на туалетах даже написано Пуруше, да, и стри. Пуруше – это мужчина. И стри, она думает о том, как расширить спектр чувства наслаждения Пуруши, своего мужа. Да? Так вот мы – та энергия, которая служит, а он Пуруша, тот, кто наслаждается. И вот у него мужской голос, его услышал Нарада Муни, он пообщался с ним. И потом всю жизнь он культивировал желание снова и снова встретить его. Это желание росло, он искал его, он бродил там по лесам, по полям. И в момент смерти, говорится, смерть пришла к нему подобно вспышке молнии, которая всегда сопутствует свет. Вспышка молнии, момент смерти приходит очень неожиданно. И Нарада Муни, он не прилагал к этому усилий, но он дождался, когда смерть придет. И там, в это мгновение вспышка молнии, подобная смерти, вспыхнула. Его жизнь, она осветилась. Она осветилась, и он обрел тело, достойное спутника Господа. Вот этот момент, когда преданный готов уже в этой жизни, не когда он все уроки пропустил за целый год в своей школе и пришел на экзамен, и он думает вытащить бы удачливый билет беспричинной милости, не зная ничего, что было задано, не делая домашнего задания, вытащить бы удачный билет и перенестись туда, вот в обитель Господа. Этот путь, он не предлагается. Его хочется, конечно, так вот, чтобы не учиться, а потом экзамен сдать. Но обычно на экзамене мы можем только то написать во время экзамена, чему мы учились, правильно? Правильно? Нет такого варианта, что на экзамене мы напишем лучше, чем мы учились в течение года, правильно? Так оно и есть. И поэтому, я не знаю, как мы дочитаем все это, ладно. Поэтому в Бхагавад-гите Шрила Прабхупада говорит в этой шлоке, которая 8.6, правильно? «О сын Кунти, о каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, того состояния он и достигнет в следующей жизни». Вроде бы так, правильно? То есть кажется, что вот сейчас момент смерти, сейчас мне нужно подумать о том, куда бы я хотел, и я туда попаду. Но ситуация, она складывается совсем не в нашу пользу. Она складывается по законам материального мира. Ситуация складывается так, что в момент смерти мысли, которые, Шрила Прабхупада говорит в этом комментарии на 8.6, мысли, которые возникали в уме человека в течение жизни, вот они определяют характер его мысли в момент смерти. Понимаете? Вот это правда. Этой правде нужно посмотреть в глаза. Этой правде нужно посмотреть в глаза. Так еще в этой жизни мы творим свою будущую жизнь. И тот, кто живет в гуне благости и постоянно думает о Кришне, постоянно думает о Кришне. Шрила Прабхупада не говорит, тот, кто напрягется в момент смерти, а постоянно в течение жизни думает о Кришне, сможет вспомнить о нем и в свой последний час. Это очень важно понять. И почему я эту шлоку хочу сейчас прокомментировать? Потому что когда-то я сам ее понял неправильно. На беговой еще или на колхозной в Москве. Тогда мне показалось, может быть, мы просто хотели так понять. Мы друг с другом обсуждали эту тему.
я ее запомнил так, что в момент смерти сознание, которое ты создашь, оно перенесет тебя в следующий тип тела, в следующей жизни. Но потом, через много лет, я вдруг увидел, что Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что сознание в момент смерти, оно создается тем, как ты проживешь свою жизнь до смерти. И меня это обеспокоило, начал спрашивать еще тогда на беговой всех. И выяснилось, что сознание, которое мы формируем в течение жизни, оно обуславливает наш момент смерти, наше сознание. И в момент смерти мы думаем о том, о чем мы думали всю жизнь. Лучше не получится. Момент смерти – это просто экзамен. Давайте сравним это так. Это экзамен в институте последний, после всех лет обучения. И на этот экзамен не позволяется приносить никакие шпаргалки. Там нельзя подготовиться быстро, за день, за два уже. На этом экзамене мы будет рассматриваться кульминация обобщенных воспоминаний наших лет нашей жизни. Поэтому жизнь рекомендуется прожить как? Анартха Нивритти, да? Как вот Шрила Прабхупада, Вишванат Чакраварти Такур говорит. Из этой Анартха Нивритти мы должны еще в этой жизни перейти на следующий уровень ништху, избавиться от всех анартх, правильно? Анартхи, они наши, нам от них надо избавиться. Нивритти означает отказ. В нашем сердце должна утвердиться вера в Верховного Господа, паратма ништхам, ништха, твердая уверенность. После этой ништхи что должно произойти? Ручи. Шрила Бхактивинода Тхакур, это в нашей жизни, дорогие преданные, не у наших гуру, не у наших региональных секретарей, не у наших кураторов должна ручи пробудиться в сердце, и тогда мы за ними как-то просочимся куда-то, а у нас. После общения с ними, с этими вот возвышенными вайшнавами, в нашем сердце должна ручи. Ручи Бхактивинода Тхакур очень красиво описывает, подобно учительнице танцев. Ручи приходит в жизнь преданного, вот того, кто на уровне ништхи, берет его сердце за руку и учит его танцевать. Это очень красиво. Это когда ваше сердце, когда наше сердце, когда мое сердце начнет танцевать внутри меня, мое сердце, оно, музыка заиграет в моем сердце. Не только у старших преданных, а у меня. И вот когда музыка заиграет, когда мое сердце затанцует, после этого это еще не конец. Если на этом этапе остановиться, на очень таком возвышенном этапе остановиться, то это будет судьба неудачливого йога, который не завершил до конца свою практику йоги, бхакти-йоги. И не получится родиться. Даже на уровне ручи, даже на уровне асакти, если преданный оставляет тело, не получится родиться из лона освобожденной гопи в духовном мире, придется доучиваться где-то еще. Туда берут тех преданных, вот в Баума, в Риндаван, которые достигли уровня премы. Вот такие преданные получают право родиться там, в Баума-лиле. Все, кто оставит тело, кто в момент смерти будет, все, кто в момент смерти будет вспоминать, как они прожили жизнь, а жизнь они прожили, не дожив до премы, они должны будут снова родиться в том месте, где они будут общаться с великими вайшнавами, они родятся в том месте, где они родятся в богатой семье, в семье брахмана, на райских планетах. Вот эта судьба неудачливого йога, она очень, если так посмотреть, чего бы мы хотели достичь, она очень неудачлива для нас, для тех, кто ставит цель родиться в Баума-лиле. Потому что она, эта судьба, она удачлива, потому что тот, кто идет по этому пути, не имеет потерь. И даже небольшое продвижение по этому пути, по пути бхакти, освобождает человека от всех его страхов, от всех его потерь. То есть он ничего не потеряет, но он не попадет в Баума-лилу. Он сначала должен будет жить много жизней, Шрила Прабхупада описывает, много жизней, не несколько минут, не транзитом, а много жизней в раю. Хотели бы пожить в раю по-настоящему, по максимуму, отнаслаждаться, получить сполна все похвалы, все награды, которые вам дадут полубоги, оценивая ваши усилия вот в этой жизни здесь, в аскезах, в эпитимиях, в изучении шастры, в повторении святого имени. Хотели бы вот так, чтобы вас вознаградили. Конкретный рай, конкретные апсары, конкретно на много жизней. И потом, после этого,
после этого только, этот неудачливый йог, он рождается вот в этой семье брахмана или преданного, или среди мудрецов, и спохватившись, он дальше продолжает путь бхакти. И вот если он там, тогда снова и снова, жизнь за жизнью, много жизней, вот так прожив, опять неудачливый йог, опять неудачливый йог, опять неудачливый йог. А когда он в конце концов достигает уровня премы, тогда его приглашают родиться в Баумалили из лона вечно освобожденной гопи. И там он учится, тренируется, как здесь Шрила Прабхупада говорит. В том тексте, который мы сейчас читали. Во время игр Господа Кришны в этом мире сурастри должны были родиться в разных семьях и обликах, чтобы доставлять удовольствие Господу и таким образом пройти полное обучение, прежде чем отправиться на вечную Голоку Вриндавану. Вот эта жизнь в Баумалиле, она необходима преданным для того, чтобы, еще находясь в этом материальном мире, но уже имея наполовину духовное, наполовину материальное тело, или я не знаю точно, какое оно там, но если рождаясь из лона, вечно освобожденной гопи, которая, то это тело уже практически духовное. Ну, какие-то там остатки остались, может быть, которые именно вот в эту жизнь с настоящим Кришной, с настоящей Радхарани, с настоящей Лалитой Вишакхой, с настоящим Субалом, Шридамом, там Мама Яшода настоящая и Нанда Махарадж настоящий. Представляете, все по-настоящему, это целая жизнь, вот с детства и до конца. Привязаться к Кришне по полной, слушая о нем непрерывно от более продвинутых преданных. С самого детства, вот как сейчас дети рождаются в Индии, они слушают Рамаяну, Махабарату. А там эти истории, они из соседей их рассказывают, потому что это там вчера произошло. Это Махабарата произошла вчера, она там происходит, Махабарата. Кришна там потом отправится в Двараку, в Матхуру сначала, и все будут в очень остром чувстве разлуки с Кришной. Вот он мой, из моей деревни, он отправился в эту Матхуру, и нужно пережить это по-настоящему, по полной. Катхаянташ чамам нитям тушьянти ча романти ча. Вот, эта боль разлуки, она сравнивается, эта любовь в разлуке, она сравнивается со смесью меда, нектара и чего-то горького. Это яд и нектарь вместе смешанные. Потому что вот это горькое чувство разлуки, оно на самом деле сильно связывает нас с Сачит-Анандой, с вечностью, знанием и блаженством. Кришна, он Сачит-Ананда. И эта боль разлуки, она помогает нам быть постоянно сфокусированными на самом сладком объекте, Мадурам, Кришне. Это сладкая боль разлуки. И нам нужно пережить будет ее там, в вечном, в вечных лилах Кришны, но в этом материальном мире. Потом он отправится в Двараку, и 30 с чем-то лет, 32 года, кажется, преданные Вриндавана, они скучали по нему, просто обезумевали от этой разлуки, плакали, рыдали, они худели там, они не могли есть, пить, они ждали его. Потом они встретились с ним на Курукшетре через 30 с чем-то лет. Это надо будет пережить по-настоящему. Не пополучается нам, просто имея духовный сан и должность в зарегистрированной религиозной конфессии, мы не попадем в духовный мир. С нашими дипломами Бхакти Шастр, Бхакти Вайбавы, Бхакти Веданты, Бхакти Сарвабаумы и еще там что-то есть. Понимаете, эти все дипломы, они не помогают нам попасть в духовный мир. Нам нужно будет сначала попасть в Баумалилу, но в Баумалилу нужно попасть, обладая определенной квалификацией, и эта квалификация, она должна быть према. Но это значит, до смерти, которая придет в любой момент, подобно вспышке молнии, и не всегда эта молния, она осветит наш путь, и нам будет даровано тело, достойное спутника Господа. Это может быть молния такая, по голове хлобысь, и заново, и вспомнил неожиданно все, что было в детстве, все, что было в юношестве, все, что было после юношества, и потом, как время теряло зря. Ведь все это вспомнится, согласно Шриле Прабхупаде. Он во многих комментариях говорит об этом. Я не знаю, мы, наверное, не будем прочитывать до конца все, что я хотел прочитать до конца, но я пытаюсь это как-то связать по памяти. Была такая история о царе Пуранджане. Помните, да?
Царь Пуранджана, он думал о своей жене. Это 4.28.28, Шримад Бхагаватам. Поэтому в следующей жизни он родился очень красивой и знатной женщиной. Он стал дочерью царя Видарбхи и появился на свет в царском дворце. Я прочитаю комментарий Шрилы Прабхупады к этому. Он здесь цитирует и Бхагавад-гиту, и другие вещи. Поскольку, умирая, царь Пуранджана думал о своей жене, в следующей жизни он получил тело женщины. Этот пример подтверждает сказанное в одном из стихов Бхагавад-гиты 8.6. «Ям-ям вапи смаран бавам тянджат тянте калеварам тат там, там-там эвайти каунтия сад тадбхава бхавитаха». «О каком бы состоянии бытия не помнил человек, оставляя тело, этого состояния он и достигнет в следующей жизни». Опять надежда такая, что вот надо же вспомнить о Кришне в момент смерти и сработает. Но комментарий Шрилы Прабхупады объясняет, что нужно сделать, чтобы в момент смерти вспомнить, как нужно жизнь прожить, он говорит. То, о чем живое существо обычно думает в течение жизни, вот во всей жизни, да, всплывает в его уме в момент смерти. Умирая, живое существо будет думать о том, что занимало его ум в течение всей жизни, наяву, в полудреме, в сновидениях и в состоянии глубокого сна. Представляете? Все, что мы переживали с вами даже во сне, вчера, прошлой ночью, позапрошлой ночью, все, что мы думали, пока мы мечтали, воображали себе, ходили туда-сюда, это все складывается. Это все на экзамене будет рассматриваться не нами, а нам это предоставят, нам покажут, вот как ты жизнь прожил. Это будет очень быстро, это будет очень неожиданно, это в момент смерти, это очень не козыри не в наших руках в этот момент. Поэтому царь Джаганатпури, Махараджа Пратапарудра, он построил Сваргадвар прямо на главной дороге возле океана, помните, там Сваргадвар, место, где сжигают специально. Буквально в центре, ну не в центре города, где рынок, а там вокруг и рынок есть, там сладости продают, которые пропахлись дымом постоянно от этого. Вот. Туда он рекомендовал ходить и смотреть всех жителей. Потому что в современном обществе люди прячут вот эти моменты. Старики, больные, умирающие и умершие. Вы их никогда не увидите в центре города. Центр города наполнен молодежью со смартфонами, с музыкой, с дискотеками, с новой одежкой, с электроникой в магазинах, с кафе, барами и детьми и школами, но огромное количество людей постоянно умирает. И их постоянно прячут подальше, это неприятная часть жизни, молодежь не хочет этого видеть. Но царь Пратапарудра поставил это место, Сваргадвар, где их сжигают, где это коптит и пахнет. Прямо в центре города, можно сказать, на главной дороге, там она. И туда нужно приходить. И вот когда туда приходишь и часами смотришь, как приносят снова и снова и снова туда народ, соседи твоих, родственников с этого города. А так как город большой, сжигают каждый день по несколько человек. Я там стоял часами, я там в Брамачари был, я там с утра приходил с джапой и сидел целый день. Очень интересно. Смотришь, и толпа родственников несет кого-то. Они разные, бизнесмены там, просто дети какие-то там. Все в перемешку идут за этим телом, бабули какой-то. Ее кладут, они все на нее смотрят. Наши, родные, загорается огонь, они не знают, что, почему, что происходит, вспыхнул большой огонь. Это все как-то необычно для них, никогда такого не было, чтобы с бабушкой такое происходило. И вот она сгорает, и они смотрят, а там уже ничего нет. И они не знают, что дальше делать. Вот насмотришься за ними, наблюдаешь, как это у них происходит. Они растерянные, и в этот момент они понимают, что в жизни она не вечная. И это у них появляется описанное в Бхагаватам отречение. Кто помнит термин санскритский? Отречение в крематории как? Не-не-не, там какой-то термин есть. В общем, значение его такое, что пробуждается очень глубокое отречение в крематории. Но оно долго не сохраняется. Оно сохраняется на несколько недель. Вот под этим впечатлением того, что это тело, оно закончится, и эта жизнь, она закончится, и дальше мы никак это не контролируем. Появляется в этот момент отречение, они не хотят есть изысканные блюда, они не смеются, им наплевать на все новости этого мира, что где произошло.
Понимаете, они не читают газеты, они в этот момент не могут посвятить свой ум и речь каким-то развлечениям. Они находятся в состоянии глубокого отречения. Но потом, со временем, все возвращается на круги своя, забывается то, что этот мир, он временный, и люди возвращаются. Так вот, с чего мы начали. Момент смерти – это тот экзамен, на котором будут рассматриваться Ямараджам длинные списки всех наших деяний и наше сознание. Очень трудно вспомнить что-то, что нам хочется вспомнить. На самом деле вспомнится то, что придется вспомнить. А Джапатак с вами один раз давно, когда он еще плавал через Гангу с учениками, много раз бенгальскими, он один раз спас тонущего брамачари, который, не умеющий плавать, поплыл за Гуру Махараджем через Гангу, потому что Гуру Махарадж поплыл, значит, я поплыл, мне все равно. И он потонул, и его Махарадж спас, вытащил, его откачали. И его все спрашивают, о чем ты вспомнил? Это же интересно, вот мы сейчас эту тему рассматриваем. Тут только что человек был без сознания, полный легкой воды, несколько минут без сознания, посинел, но вдруг ожил. Первый вопрос, о чем ты вспомнил? Он, знаете, что рассказал? Угадайте. Он говорит, когда свет и потух, и звук потух, когда все исчезло, когда все это... Он начал слышать мелодию рекламы детского питания, которую он слышал на переправе, вот в эти огромные колонки, снова и снова, когда он через Навадвипу ездил. Потому что эта мелодия, она застряла в его в уме, она играла в его в уме, и он слышал эту музыку, потому что это было последнее, что он помнил. И в этот момент у него не было выбора, он просто слушал рекламу. Он просто не до конца еще умер, он бы там еще вспомнил, конечно, всякого разного. Но в этот момент душа, она в растерянности пребывает, и она не может там, значит, сесть и, значит, достать свои шпаргалки, вспомнить, спросить кого-то. В этот момент это экзамен. На экзамене мы не можем вспомнить больше, чем мы помнили в течение года обучения, правильно? В школе так было? Поэтому надо очень серьезно отнестись к этому вопросу. Но есть и хорошая новость, и мы до нее не дочитаем, наверное, сегодня. Хорошая новость, она там же, у Вишванатха Чакраварти Такура, вот в этом седьмом тексте. Давайте его до конца все-таки прочитаем, у нас есть еще несколько минут. Итак, двух-трех человек, да, группами. Здесь слово «анурага», Гаугха означает страстное желание, необходимое для практики Рагануга Баджана. Оно не относится к анураге, сопровождающей стхайбаву, потому что такая стхайбава, анурага, не может появиться в теле садаки. Слова «рождаются во врадже» означает, что достигшие совершенства садаки рождаются из лона гопи. Подобно нитья сидда гопи во время проявленных игр Кришны. Постепенно садана, сидда гопи, развивают снеху, ману, пранаю, рагу, анурагу, махабхаву, бхаву и махабхаву. Это уже в той жизни, с Кришной. Вот тренировка целая. Это то, чего сейчас вообще даже невозможно в садаке вообще никак развить. Нужно новое тело для этого. Видя, слыша и прославляя нитья сидда гопи, обладающих махабхавой в этой санге, эти настроения невозможно развить, находясь в материальном теле садаки, то есть сейчас. В Шримад-Бхагаватам 10.31.15 описываются необыкновенные качества возлюбленных Шри Кришны. Гопи испытывали наивысшее блаженство. Видя Шри Говинду, и мгновение разлуки с ним казалось им сотни юг, югайтам немешина, чакшуша правришам, шуньяйтам джагат сарвам. Это джагат шуньяйтам, он становится пустым для нас, Говинда, вирагенаме. При этом в Раджа Сундаре говорили, даже моргание век кажется нам невыносимо долгим, как целая юга. Такое состояние гопи, когда мгновение воспринимается как вечность, является признаком махабхавы. Возникает вопрос, это вот этот диалог, это и есть диалог, который Вишванатха Чакраварти Такур сам в своей собственной шлоке, как бы он сам вопросы задает, сам отвечает. Возникает вопрос, почему садака, достигший премы, по оставлению тела, не может непосредственно получить тело в апраката враджи, в духовном мире, минуя рождение из лона гопи, то есть в этом мире, где Кришна являет в этом мире свои игры, и общаясь
снить оси до гопи, развить такие настроения, как снеха и так далее? Ответ таков. Потому что это противоречит подобным человеческим отношениям, которые царят во врадже. Не родившись из лона гопи, преданный не может ответить на вопросы, что ты за саки, чья ты дочь, чья сноха или жена. Возникает другой вопрос. Почему достигшие совершенства садаки не могут родиться во праката Вриндаване из лона гопи? Ответ таков. Садакам или обусловленным душам закрыт вход в трансцендентный Шри Вриндаван, который находится за пределами материальной реальности и доступен только ситхам, достигшим совершенством душам. Поскольку трансцендентный врадж – это обитель совершенных душ, там нет места садане. Там уже никто не тренируется. Вот в том Вриндаване, в духовном мире, за пределами материальных вселенных, там никто уже не доучивается. Там никто ничему не тренируется. Это то место, куда отправляется после целой жизни тренировок в этом мире, в том месте, в этом мире, где Кришна являет свои нитья лила, вечные лилы, там, где настоящий Кришна, настоящий Радарани, настоящий Лалита Вишака, настоящая Мама Яшода. И с самого детства до самой смерти еще нужно целую жизнь прожить в этом материальном мире с настоящим Кришной, оттренироваться, обрести все свои бхавы, все свои настроения, всю свою привязанность и достичь тех настроений, тех бхав, которые невозможны нам сейчас, нам, родившимся в семьях советских алкоголиков. Извиняюсь, может быть, у кого-то лучше. Но... вот. То есть нам нужно родиться в семьях вечно освобожденных гопи. И там, в новом теле, которое лучше, чем наше вот это, мы научимся чему-то, чему уже не учат там в духовном мире, а уже там нужно уметь. Понимаете? Вот так Вишванатха Чакравартакура отвечает. Поскольку трансцендентный врадж – это обитель совершенных душ, там нет места садане, которое позволяет обрести снеху и так далее. Поэтому, прежде чем дать преданному непосредственное общение с Кришной, йога-майя переносит его во Вриндаван, существующий в материальной вселенной. Он рождается там во время игр Шри Кришны. Рождается. Из лона гопи Шри Кришны. Сейчас, секундочку. У нас... чтобы достичь совершенства в настроениях снехи и других. Очевидно, что карми, садака-бхакты и сида-бхакты все приходят во Вриндаван, проявленные в материальной вселенной, и потому он является обителью как садак, так и ситх. Что происходит с преданными, которые достигли премы? Это вот с нами, да? Если мы достигнем уровня премы, но оставляя тело садаки, еще не готовы, чуть-чуть не готовы обрести тело гопи в праката, в раджи. Вот те, кто достиг уровня премы, вот в нашей сегодняшней жизни, да, ручи, асакти, бава, према. Если мы чуть-чуть еще не до конца готовы, там есть вот эта милость особая, сейчас мы прочитаем про нее. В этот момент, когда према-бхакты долгое время, страстно жаждавшие непосредственно служить Бхагавану, оставляет тело. По милости Шри Кришны они получают его даршан в окружении всех его спутников. Это происходит еще до того, как они рождаются в праката в раджи и достигают снехи и других настроений, присущих любовным играм Радхи и Кришны. В это время Кришна дарует им трансцендентное и полное блаженство тела гопи, на которое они, будучи садаками, медитировали в сердце. Имеется в виду много лет жизни, вот нашей сейчас жизни. На определенное тело они медитировали, как бы они хотели служить Кришне там, во Вриндаване. Они его развивали, это mentally conceived body, это с помощью своего сознания, подсознания, преданный он создает, он желает служить Кришне в определенном в теле, в определенной форме, с определенным настроением, с определенными деталями, атрибутами, элементами служения. Он знает, что он конкретно хочет делать. Преданный, который в момент смерти на уровне премы точно знал много лет своей жизни, чего он именно хотел делать для Кришны. Вот таким преданным Кришна является. Медитировали в сердце и дает им возможность сделать для него желаемое служение, как это было с Нарадой. Именно это тело под влиянием йога-майи, вот это духовное тело, которое в момент смерти Кришна дает преми-бхакти, приходя к нему со всеми спутниками, именно это тело
под влиянием йога-майи рождается из лона гопи в праката Вриндаване в материальном мире, где Кришна со спутниками совершает свои игры. Это происходит незамедлительно, потому что проявленные игры проката лилы всегда идут в материальном мире, то в одной вселенной, то в другой. Таким образом, преми-бхакты рождаются из лона гопи в той вселенной, где в настоящее время происходит Вриндавана лила. Кришна и его спутники всегда приходят к достигшему премы, преданному, когда он оставляет тело. Поэтому, о горячо молящиеся преданные, не бойтесь. Вишвана Чакравартикур ставит восклицательный знак или переводчик. Не бойтесь. Ваши усилия увенчаются успехом. Будьте уверены, во всем вам сопутствует удача. И вот это правда. Она может быть горькой правдой. Она может быть сладкой правдой, потому что эта правда открывает нам, она открывает перед нами ясный путь, который нам Ачарья оставляет. Все это подробно очень, почти во всех словах изложил Шрила Прабхупада, правильно? Вот в этом комментарии, который мы сегодня читали, что эти преданные особо, не все подряд там, какие попало жены, каких попало полубогов, а особенные преданные, которые достигли вот этого очень сильного страстного желания быть с Кришной, зная, как и где и что они бы хотели делать для Него в окружении каких спутников Господа, эти преданные приглашаются в Баумалилу. Плохая новость, что мы еще, многие из нас, не находятся на этом уровне. Но хорошая новость, что у нас все еще есть шанс, правильно? Мы все еще не в моменте смерти находимся. Мы сегодня находимся вполне в своем сознании, вполне в здоровых телах, раз дошли до лекции по Шримад-Бхагаватам рано утром, а помылись, оделись. У нас хорошая новость в том, что у нас есть все шансы. У нас есть все шансы найти общение, пока мы еще не оставили тело, и нам не вспомнилась реклама, бенгальская реклама какого-нибудь питания детского. Мы должны научиться пережить то, что нужно пережить здесь, сейчас, чтобы стать квалифицированным и родиться в новом теле, в Баумалиле, чтобы пережить то, чего мы здесь сейчас пережить даже не можем. Что мы должны здесь сейчас пережить? Анартха-неврити, это когда мы, не наши старшие преданные, а мы очень серьезно, очень систематически, целенаправленно отказываемся от всех наших анартх, развивая артха-праврити. Артха-праврити – это когда мы обретаем что-то очень ценное, развивая вкус, то есть ништху, ручи, асакти, бхаву и прему. У нас есть этот шанс, у нас есть все, что для этого нужно. Шримад-Бхагаватам, герои Шримад-Бхагаватам, ачарьи, которые изучали Шримад-Бхагаватам и свои откровения описывали. У нас есть общество вайшнавов, у нас есть святое место. У нас есть саду-санга, у нас есть нама-киртан, у нас есть бхагават-шраван, у нас есть мадхура-васа. То есть майя-пур-васа в нашем случае не отлично от мадхура-васы. У нас есть шримуртира. У нас есть прекрасные, супер, сверхпрекрасные Рада Мадава и 8 гопи, Лалита Вишака. У нас есть прекрасные, огромные Панчататва, Шри Кришна, Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шривас. И у нас есть Ади. У нас есть Ади, Гоура Бхакта Вринда. Кто знает, что такое Гоура Бхакта Вринда? А? Гоура Бхакта. Бхакты Гоуры. А Вринда, кто знает слово, перевод? Вринда. Вринда означает семья, дорогие преданные. Семья. Это семья преданных Гауранги. Я выражаю свое почтение Господь Чайтани, Нитьянанде, Адвейта, Ачарья, Гададхар Пандиту, Шривас Такуру, который является предводителем всех остальных последователей, всех последователей Господа Гауранги. И вот это Гоура Бхакта Вринда, это буквально означает семья преданных Гауранги. Семья последователей. Вринда – одно из значений – семья. В этом случае это не относится к Вриндавану. Это не Гоуры и Вриндавана, Бхакты. Это Гоура Бхакты, семья Гоура Бхакты, которая непосредственно предана Вриндавана. Но у нас есть эта семья. У нас есть семья преданных. У нас есть Шримад Бхагаватам. У нас есть Ачарьи. У нас есть путь, расписанный для нас. У нас есть откровения Ачарьев, которые до нас дошли в этих книгах. И эти откровения… Что такое откровение? Откровение – это когда преданные, очень искренние, очень серьезные, очень продвинутые, особенные преданные из прошлых поколений или в нашем поколении, когда он
медитирует на верховную обитель Господа. Он тадвишнох парамам падам. На верховную обитель Господа. Сада пашанти сураяго. Эти полубоги, эти божественные души, эти возвышенные души. Сада пашанти сураяго. Они видят эту обитель. Им открывается. Откровение – это когда то, что не всем открыто, нам вдруг открылось. Правильно? Это озарение. Это вот многие из нас имеют опыт так или иначе откровений, когда раз в год хотя бы, но что-то торкает в сердце, и дух на нас снисходит. Что именно снисходит, описывает Рупа Госвами, Бхакти Расамрита Синду, сам вид шакти и хладини шакти. Пусть на минутку, но мы помним, как это происходит, да? Когда вдруг приходит знание, полное ясное понимание и верховной личности Бога, и самбанда бидея прайожана вдруг как-то проясняется. Понятно, кто я, кто такой Господь, какие у меня взаимоотношения с Ним. И приходит хладини шакти вместе с этим. Хладини шакти – это энергия служения, это энергия наслаждения, это бхакти, деви, сама нисходит в наше сердце и дает нам желание доставить ему удовольствие во время повторения святого имени, во время какого-то киртана необычного с преданными. Мы могли пережить откровение. Так вот, эти откровения – это нелогическое понимание того, что мы изучали на бхакти-шастрах. Откровение – это когда то, что скрыто от жителей этого мира, открывается нашему духовному взору. И вот эти преданные, «Ом тадвишнок парамам падам сада пащанти сурояхо диви вам чакшур ататам тадви прасо випаньево джагрива ахам сах самин дате вишнор яд парамам падам». Эти преданные видят обитель Господа Вишны, и они могут открыть ее нам. Они нам ее пересказывают. Это когда преданный, герой Шримад Бхагаватам или Ачарья, он увидел духовную обитель, которая скрыта от глаз других людей, и он нам о ней рассказывает. И наша задача теперь, читая о его откровении, слушать настолько внимательно, сопереживать ним настолько внимательно, чтобы это его откровение коснулось нашего сердца, чтобы наше сердце, которое охвачено сильным желанием пережить то же самое откровение, чтобы наше сердце пережило это. Понимаете? Чтобы наше сердце уже, не только у Ачарьи, который испытывал ежедневное откровение, чтобы наше сердце пережило откровение. Нам нужно, чтобы наше сердце переживало в этой жизни откровение. Видура Прабху, наш старый добрый президент Сухаревского храма, нам так говорил. Если с 5 до 7 утра, когда мы джапу повторяем на четках, а мы все санкиртанчики были, мы могли мантру повторять только утром тогда, целый день на санкиртане, если с 5 до 7 утра в нашем сердце мы не пережили нового откровения, нового, которого еще не было вчера, позавчера, тогда в 7 утра, когда мы закончили свои 16 кругов, мы можем себе честно сказать, открыто, этот день, еще 7 утра, да, только, этот день уже прожит зря, потому что уже ничего более лучшего со мной произойти не сможет. Если в течение 2 часов непрерывных, а это минимум на самом деле, если в течение 2 часов я молился, 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 и мое сердце так и не открылось, если я не пережил никакого откровения, уже все. В следующий раз возможность будет только завтра во время молитвы. Поэтому этот день прожит зря. И наши дни должны быть такими на самом деле, чтобы каждый день мы переживали откровение. Понимаете? Откровение – это когда нам открывается то, что невозможно постичь с помощью органов чувств этого материального мира, что невозможно постичь с помощью ума, размышляя, спрашивая даже других, у кого у органов чувств лучше. Это можно только постичь, если нам Верховный Господь добровольно, непринудительно, по своей доброй воле, беспричинно откроет себя. Вся наша садана – это лишь попытки показать Ему наше желание постичь Его. Она не обуславливает Господа. Какую бы садхану мы ни сделали, мы не обязываем Его открыться нам. Наша садхана – это наши попытки показать Ему, что мы здесь, в этом мире, искренне просим Его, непрерывно, отказавшись от всего остального, просим Его о милости, и тогда Он может ее дать, может не дать. Он все равно, либо Он обнимет меня, либо Он бросит меня. Помните, как последние слова Шикшаштаки, Он все равно, несмотря ни на что, мой Господин, повелитель. Вот в таком настроении наша садхана, когда совершается, Господь будет открывать себя нам добровольно.
И эти откровения, они должны происходить у нас еще до смерти. Много из них. И они будут помогать нам подниматься до уровня бхавы, премы. И тогда, если мы дотянем в этой жизни до этого уровня, следующая жизнь будет в Бхавмалиле. Мы рождаемся из лона вечно освобожденного гопи. Если мы не дотянули до этого, то полубоги, старшие как бы, руководители этой вселенной, на радостях за наши все услуги, заслуги вот в практике йоги, они нас одарят многими жизнями райских планет. Вот такая засада. И там уже, от наслаждавшись, где все легально, наслаждаться можно легально, застрять там можно на очень долго. Это не значит, что мы обязательно после этого. Там можно очень сильно надолго застрять. Райские планеты – очень нехорошее место. Там очень сильное наслаждение. Очень привлекательно. И все легально. В разгар Кали-юги родиться потом. Это опять подарок будет. Но вот некоторые из тех неудачливых йогов, которым пришлось продолжить после наслаждения на райских планетах, им дали возможность родиться в семье Брахмана и так далее. Может быть, там где-то на высших планетах мудрецов. Потом они еще практиковали несколько жизней эту самую бхакти-йогу, которую мы сейчас практикуем, в самых лучших условиях, в Кали-югу, с наставлениями Шри Чайтанья Махапрабху, с наставлением Шримад Бхагаватам. У нас все есть. У нас есть вся панча-анга-бхакти. Есть саду-санга, нама-киртан, бхагават-шарван, Мадхора Васа, Шримуртира. У нас все еще есть. Еще не момент смерти. У нас хорошая новость. Это как раз та новость. Что у нас все еще есть. Мы еще можем прямо сейчас взяться серьезно, взять себя в руки и, сосредоточившись на Шраванам, Киртанам, Смаранам, Ванданам, со слезами на глазах, год за годом, продвигаться к этому состоянию в кругу достойных доверия преданных, продвигаться к этим этапам. Руча, Асакти, Бхава, Према. Мы можем миновать райские планеты, мы можем миновать всяких там семей брахманов и вайш богатых, где у нас с детства будет куча времени. Мы можем там не так пользоваться своей свободой выбора, она остается ведь свобода выбора. Лучше сейчас воспользоваться свободой выбора и дождаться, когда смерть придет нам, подобно вспышке молнии, которая всегда сопутствует свет и нам дарует тело, достойное спутника или спутницы Господа, это в следующей жизни, последней, самой последней уже жизни, мы родимся из лона вечно освобожденной гопи. И нас будет тренировать со слезами на глазах, бегая в разлуке за Кришной, мы будем бегать за ним. Он уедет в Мадхуру, разобьет наше сердце, но мы не будем его осуждать, наше чувство разлуки усилится. И просто будет невозможно уже переживать эмоции, но мы будем все еще жить, потому что Кришна расстроится, если мы умрем. Для его удовольствия не будем умирать, как все жители Вриндавана, все оставались живыми в этой разлуке с Кришной, пока он был в Мадхуре, в Двараке, они все еще оставались. И потом чувства, которые уже даже вот на данный момент в этом теле, которое сегодня мы имеем, те чувства, они бы уже разрушили это тело. Понимаете? Поэтому у нас и не получится за одну жизнь сразу в духовный мир уйти. Нам нужно получить новое тело, наполовину духовное, чтобы пережить такие чувства, которые просто тела детей советских алкоголиков не способны переживать. Понимаете? Извиняюсь за этот термин, но это вот то, что мы, некоторые из нас имеют такой опыт. И тела те переживут еще более продвинутые эмоции, снехи, там и так далее. Я их не выучил еще наизусть, я не очень образован в этом еще, но хочется понять. И потом уже эмоции, которые под конец жизни, той жизни, в Бхавмалиле, они когда уже полностью охватят все сознание, они уже будут просто несовместимы с этим материальным миром ни в каком его как бы месте. И они, эти эмоции, унесут нас на Галоку Вриндавана. Таков путь. Поэтому либо мы сейчас беремся серьезно за это занятие, и не ждем какого-то волшебного момента смерти, в котором мы как бы там схитрим, а понимая, что в момент смерти нам вспомнится все, что мы сегодня думали, вчера думали, во сне, в полудреме, в мечтаниях, в чем угодно. Все это нужно, чтобы с сегодняшнего дня и до самого момента смерти и во сне нам Кришна снился, и в полудреме, и в мечтаниях, и в общении с преданными, чтобы эти темы заполнили наше сознание. Тогда нам даруют тело, достойное спутника Господа. И нет другого пути. Вот это и есть милость.
Есть ли какие-то вопросы, дополнения, возражения? Да, Прабу. Спасибо за лекцию. Вы сказали, что последняя мысль жизни – это результат наших мыслей за всю жизнь. То есть, получается, это наша карма. То есть, наша последняя мысль – это наша карма, вот как мы прожили всю жизнь. Правильно я понимаю? Это называется самскара. Самскара – это глубокое впечатление. Это когда что-то такое происходит, чего вы вообще забыть не можете. Вот, ну, вот любая вещь, которая с вами произойдет, она может быть очень впечатлительной, событие. Когда вовлекается ваша речь, ум и чувства в какое-то мероприятие или что-то вы созерцаете, и это оставляет в вашей памяти глубокий след. И вот все наши поступки в этой жизни, в прошлых жизнях, они оставили за собой глубокий след. Оставить их очень легко. Ачарьи сравнивают это с поверхностью отполированного мрамора. Вот на полу у нас мрамор, да? Если вы возьмете острый гвоздь, воткнете его и проведете очень сильно по мрамору, вы оставите глубокую царапину в камне. Оставить ее можно за секунду. А вот сполировать ее, чтобы, нужно полировать весь кусок вот этой машинкой, которая везде уровень снимает мрамора. Миллиметр или два нужно снять с огромного куска. Избавиться от самскары намного труднее, чем ее оставить. Поэтому наши прошлые самскары, они там глубоко сидят, и от них очень трудно избавиться. Они формируют наше отношение к этому миру. Если собрать несколько человек, поставить их перед одним и тем же объектом или событием, у них у всех будет разное мнение. Мнение у них будет разное только потому что они в прошлом совершали разные поступки, у них развивались разные привязанности к разным вещам, и они по-разному отреагируют на одно и то же событие, они его по-разному увидят, они его даже прокомментируют по-разному, они его переживут по-разному. Понимаете? И вот это почему происходит? Потому что наше сознание, оно напичкано тысячами, миллионами уже забытых, полузабытых впечатлений, которые у нас были. Так вот, задача преданного заполнить свое сознание новыми самскарами, глубокими переживаниями, настроений жителей, героев Шримад-Бхагаватам. Настолько начать переживать вместе со святыми, вместе с мудрецами, вместе с садху, вместе с муни, с риши, с вайшнавами, с гуру, с шастрами, настолько много лет подряд переживать эти позитивные эмоции, чтобы наши настроения настолько очистились от грязных осквернений, от камы, кротхи, лобхи, чтобы мы, чтобы те все самскары прошлые, они потеряли свою силу полностью. Они просто... Это подобно тому, как Ачарьи сравнивают, как рисовое поле. Перед тем, как засевать рисом, вы это видите везде, они строят такой бордюрчик, фермеры из глины, вот столько высоты, и не заливают его водой. Они заливают его водой и ждут несколько, там, не знаю, дней, недель, пока не сгниет все корни всех сорняков, включая семена сорняков, которые туда когда-либо попали до этого. Они подливают туда воду. Там просто сгнивают. Это вместо того, чтобы сыпать удобрения, которые сжигают корни сорняков, они просто затапливают землю до такой степени, что там просто все сгнивает. Там бродит все, пузырьки всплывают, там улитки развиваются. Там невозможно ничему остаться. Наше сердце должно быть затоплено высшим вкусом на много лет подряд, желательно. Вот в этой жизни, даже не в следующей, в этой жизни. Для того, чтобы там все прошлые впечатления, самскары, воспоминания, желания, чтобы они сгнили. И чем мы заливаем это? Высшим вкусом. Ручи, асакти, бавой, премы. И вот эти новые самскары, могущественные, самскары в преданном служении, они тогда освобождают наше сердце от всего. Читодарпа на маржинам происходит глубокое. И вот преданный, который реально вжился уже своими мыслями, воспоминаниями в сознание Кришны, в героев Шримад-Бхагаватам, он в момент смерти это вспомнит. А те, кто откладывали самую важную работу на потом, они ее откладывают на самом деле на следующую жизнь, жизнь неудачливого йога. В момент смерти не очень удобное время для того, чтобы спохватиться и все наверстать. Только вот когда чуть-чуть там осталось, к преме бхактам все-таки приходит Кришна и со своими спутниками, и его жизнь озаряется. Ему дают подарок. Вот это новое тело, в котором он родится заново из чрева освобожденной гопи. Поэтому надо нам подключить свое сердце к практике преданного служения. Не просто жить годы как бы в религиозной конфессии,
а сердце подключить, эмоции подключить, на основе Писания все это делать, общаться с преданными, которые лучше, чем мы, развиваемся, чтобы мы сошли с ума, сошли с платформы материального ума и взошли на платформу совсем других новых рас, пхав, которые описаны Рупы Госвами, Бхакти Расамрита Синду. Я ответил на ваш вопрос? Я хотел еще спросить, а что делать сейчас с мыслями, которые вот... Они приходят, скажем так, из прошлой жизни, ну, не в мысли, не в мысли из прошлой жизни, из этой жизни, да, какие-то там мысли, которые вот ты жил до этого момента, какие-то плохие даже бывают, приходят время службы, бывает время джабы, приходят какие-то мысли, вот, и ты хочешь вообще их забыть, чтобы они вот просто их не было. Вот что вообще можно сделать, чтобы как-то вот, или надо просто не обращать на них внимания и стараться концентрироваться, и они когда-то со временем просто сойдут на нет, я так понимаю? А если взять и заморочиться только о анардха-неврити и не думать ни о чем другом, думать о своих анардхах, обо всех, и разбирать их, анализировать, то можно попасть в такую ловушку, что мы тем самым еще больше о них начнем думать, и вспоминать, и застрять можно. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что наша на самом деле задача не анардха-неврити, а артха-праврити. Артха – это что-то ценное. Анардха – это что-то неценное. Что-то неблагоприятное. И неврити означает отказ. То есть анардха неврити – это когда мы распознаем то, что мы раньше ценили, и мы это считаем, что это на самом деле не является ценным, и мы от этого хотим отказаться, правильно? Но на смену этого должно что-то другое прийти. И это что-то ценное, это артха. А праврити означает обретение. Обретение. То есть если мы на самом деле будем не анардха неврити заниматься, а артха праврити – с элементами анардха-неврити, то если мы будем обретать постоянно что-то ценное, то это ценное, эти высшие вкусы, это высшее настроение, это возвышенная привязанность, возрастающая любовь к Богу, она вытеснит все остальное. Если мы не будем заполнять свою чашу молоком, а будем только чернилами заниматься, то мы там испачкаемся по уши и никогда не поймем, как же с этим дело, как с этим быть. Даже если мы чернила выльем из чаши, эта чаша, она волшебная, она никогда не может оставаться пустой, вот она такая. Она либо чернилами заполнена, либо молоком, понимаете? Чаша нашего ума. Просто вылить чернила и поставить ее пустую, но не получается, она волшебная, она должна быть наполнена, она наполнится снова, чем попало. Поэтому ее нужно, оставляя полной, заливая туда молоко, постепенно чернила вытекают. Понимаете? Вот такой процесс. И мысли будут приходить, они будут ослабевать, они не будут иметь огромной силы. Один раз какой-то саньяси ко мне подошел и сказал интересную вещь. Он говорит, ты что думаешь, саньяси, когда смотрят на женщин, они не понимают, что это женщина, они не отличают их от деревьев, там, коров и так далее, от всего. Они видят их. И ты думаешь, саньяси не думают о них в тот момент, когда они попались на глаза? Они, говорят, думают. Но, говорит, ты знаешь, в чем отличие саньяси от несаньяси? Увидев женщину, вспомнив о женщине, саньяси не продолжает думать о ней. Он просто продолжает думать о тех других занятиях, которые его сердцу дороги. А другой преданный, он будет продолжать думать. То есть мысли могут приходить, но тот, у кого есть высший вкус, о противоположном поле, когда он вспомнит, он просто сплюнет, как известная молитва, чья она была? Аймуначарья, он говорит, что вспоминая свой прошлый опыт общения с женщинами, вспоминая, он все равно вспоминал это, ведь вспоминал же, получается, он вспоминает, раз он рассказывает. Я сплевываю. Если я вам буду сейчас рассказывать о дольке лимона, которую чуть-чуть сахар макнули, и вы в рот ее взяли, и сжали ее зубами, и у вас растекся кислый вкус этот во рту, и вы скукожились, у вас слюна выделится, правильно? Вот у некоторых, может быть, даже получилось сейчас, вот у меня точно. Когда вспоминаешь о чем-то, о лимоне, вот если лимон даже сахар не макать, и грызть его, и грызть его, и грызть аж до слез, то будет кисло, правильно? Но вот сейчас лимона нету, а у некоторых слюна выделилась, правильно? У меня выделилось. Мы вспоминаем, когда что-то, мы, наши чувства, наша речь, наш ум, наше сознание, оно приходит мгновенно в готовность, в полную, в боевую готовность к тому, чтобы пережить это снова. То есть одной мысли о каком-то сильном опыте, который сильно нам запомнился, достаточно, чтобы наше тело, тело и ум, и чувства пришли в беспокойство. Лимон к тому пример. Лимона нет, а слюна выделяется. Почему слюна выделяется? Потому что ум думает, сейчас будет лимон. Его даже не нужно, уже слюна выделяется.
Просто вспомнить о нем. Поэтому, вспоминая о своем опыте, чувствуем наслаждение в этом мире, о наркотиках, о курении, о сексе, о что там еще есть, о азартных играх, о интоксикациях, обо всем подряд. Если эти впечатления еще очень сильны и свежи, а новых нету, то тогда, когда видишь какой-то удипан, это какой-то объект, который напоминает нам, этот объект, он вовсе не виноват в том, что на нас нахлынула волна вожделения или гнева, или жадности. Он не несет ответственности. Это мы, видя этот объект, думаем, вспоминаем, что я наслаждающийся. Так, и я делал так много-много раз. Поэтому мы вспоминаем это. И нам очень трудно выбросить это из головы, потому что альтернативных мыслей у нас, мы еще их не взращивали. Но если мы с утра до вечера находимся, как этот саньяси, как Ямуначарья, вот в мыслях о сладости Верховного Господа, Ятпада, Панка, Джапалаша, Виласа, Бхактия, если мы поклоняемся Господу, лотосным стопам Господа, Виласа, Бхактия, испытывая Виласа, наслаждение в Бхакти, если это наслаждение в нашей жизни есть, и оно ежедневно во время молитвы у нас есть наши личные новые откровения, то как, если наша жизнь наполнена тем, что мы сопереживаем с героями Шримад-Бхагаватам, если мы вспоминаем о каких-то вот таких вот самскарах прошлого, у нас нет времени и желания заморачиваться в детали, как бы опускаться, что там когда было. Мы просто это отбросим. Вспомнится и забудется сразу. Вот так это работает. Понимаете? Поэтому нам не нужно думать, как мне забыть о женщинах, как мне забыть о женщинах, как мне забыть о женщинах. Нет, нам нужно просто помнить о Верховной Личности Бога, о Его спутниках, спутницах, которые свободны от вожделения, которые смеются, шутят, играют, у них много всего там происходит, обо всех деталях этого. Десятая песня Шримад-Бхагаватам, это нектар на нас будет литься, именно вот этого всего. Если мы об этом будем помнить, потом придет какая-то мысль, которая нам напоминает, как мы когда-то в детстве обпились водки вонючей и обкурились, как и какой-то бумаги с травой, из чего сигареты сделаны. И мы подумаем, Господи, как я мог это сделать? Как я мог? Или мы это отбросим, и дальше, что там Лолита Деви сказала, Вишакхи и так далее. Понимаете, это же интересней. То есть, когда есть вот этот интерес, нам легче отказаться от прошлого. Каждая мама знает этот принцип. Это называется юкта вайрагья. Юкта – это правильная занятость или высший вкус. Вайрагья – это отречение. И в переводе на русский это будет буквально отречение через привязанность. Каждая мама знает, что если ребенок взял что-то грязное с пола, попробуй у него забрать. Попробуй сейчас вдохновить его на отречение от этого. Просто отобрав. Это же катастрофа, это скандал. Это будут писки, визги, топанье ногами, истерика на полдня. Мама не хочет, чтобы ребенок сейчас впал в истерику по поводу вот этой грязи. Какого-то грязной игрушки в рот он пытается засунуть. Мама сразу знает, нужно вытащить из сумки то, что она про запас взяла с собой. Несколько сладостей взяла, несколько других игрушек взяла, которых ребенок не знает. Это на тот случай, когда его надо отвлечь от чего-то грязного. Мама достает мгновенно какую-то погремушку, показывает ему что-то новое и не говорит «брось это». Она дает ему право выбора. Если скажешь «брось», он подумает «нет, не брошу». Она ему показывает что-то новое, его пальцы разжимаются медленно. Это грязное выпадает из его рук, он хватается за что-то более чистое, и так она его спасает. Она ему дает альтернативу. Попробуй не дать ему альтернативу, попробуй забрать у ребенка какую-то палку, которую он тыкает, какую-то собачью какашку там. Это же он будет тыкать до нее до вечера в истерике. А что для этого нужно? Маленькая конфета. Артха праврити. Анартха неврити мгновенно сама случится. Понимаете? Оно с детства так работает. В духовной практике то же самое. Занимайтесь тем, что соприкасаете свою речь, ум, чувство, слух с тем, что сладкое, трансцендентное, свободное от материальной скверны. И увидите, что все мирское будет само по себе забываться. Спасибо. И не откладывайте это на момент смерти. Уже очень поздно, 9:35. Еще есть вопросы дополнения, или мы на этом закончим? Дополнение небольшое. Вы забыли, вы всех божеств перечислили и забыли... Нарсим Хадева. Шишина Симхадева. Если у вас есть еще маленькая минутка, я прочитаю маленькую, короткую молитву Шрилы Бхактивинода Тхакура, которую он очень сладко составил про Господа Нарисимхадева. Он написал такую хорошую книгу, как
Навадвипа Бхава Таранга. Это прославление всех мест Навадвипы, 9 островов. И когда он приходит к Нарисимхапуре, есть такое место Нарисимхапуре здесь, в Навадвипе, Шрила Бхактивинода Тхакур обращается к нему, как к папе, как к Вишну Татве, которая является прародителем всех живых существ. Из пор Господа Вишну мы исходим. Мы, Татаста Шакти, мы исходим из Вишну. И он наш папа на самом деле. И Господь Нарисимхадев, он обращается к нему, как к тому, кто прольет на нас свою милость в наших попытках выбраться из этого материального мира и попасть к Радхе Кришне. Вот что пишет Бхактивинода Тхакур. К югу оттуда расположен Нарисимхапури. Когда же я увижу его красоту? Когда буду охвачен божеством чистой Кришна Премы? И поскольку сердце мое стало обителю вожделения и прочих 5 врагов, я стану молиться Шри Нарисимхадеве об очищении моего сердца, о даровании мне желания служить Кришне. Когда же паду я, плача, к лотосным стопам Шри Нарисимхи, молить о способности без всяких затруднений поклоняться Радхе и Кришне в Навадвипе? Когда же Господь безмерно страшный для зла и необыкновенно милостливый к прохладе и другим настоящим преданным пожелает даровать мне немного своей милости? Когда же изволит он сказать что-то этому никчемному глупцу? Когда же он прогонит прочь все мои страхи? И дальше он очень красиво говорит Бхактивинода Тхакуру. «Мое дитя мое!» Он, это уже Господь Нарисимхадева отвечает ему. «Дитя мое!» В другом переводе говорится «мальчик мой». Бхактивинода Тхакур, он входит в это настроение прохлады Махараджа, который не боялся вовсе Нарисимхадева. Помните, полубоги, они все испугались. Они на расстоянии со сложенными ладонями встали вокруг Нарисимхадева, который с яростью разрывал Хираньякашипу, и все чувствовали, что есть какой-то за душой грешок у меня. Если я сейчас подойду, и я не полностью чистый, попаду под руку и расправится со мной Нарисимхадев. Но вот Прохлада Махарадж, он был полностью чист. И Нарисимхадев сразу проявил к нему нежную ватсалью, родительскую любовь. Он посадил себя к нему на колени, стал его гладить. В некоторых описаниях даже описано, что он из льва превратился в львицу. У него материнское чувство к нему проявилось, потому что он начал облизывать его, как своего щенка. Он полностью потерял весь гнев и вот это вот страшное свое. Он превратился в добрую маму-львицу по отношению к Прохладу Махараджу, когда полубоги видели его как сердитого, свирепого льва. И вот Бхактивинода Тхакур входит в это настроение мальчика, и он говорит: «Дитя мое!» Это ему. Он мечтает, когда же Господь Нарисимхадев так мне скажет: «Счастливо живи здесь, в Гаурадхаме, поклоняйся Радхе и Кришне, взращивая любовь к святому имени, милостью моих преданных преодолеваются все материальные препятствия». То есть общайся с моими преданными здесь, они помогут тебе преодолеть все препятствия. «Просто поклоняйся с чистым сердцем, деянием Радхи и Кришны, являющим собой поток сладостного нектара. Когда же Господь произнесет это и одарит меня блаженством, поместив свои стопы мне на голову, а я в тот же момент паду на землю, ощущая признаки восторженного блаженства, милостью Шри Нарисимхи погружаясь в любовь к Радхе и Кришне?» В другом месте пишется, что по милости Шри Нарисимхи, проявляя признаки экстаза и испытывая любовь к Радхе и Кришне. Вот Нарисимхадев, Бхагаван, у нас есть. И он здесь у нас в настроении Гауранги, то есть он милостливый. Он у нас вовсе не сердитый, Нарисимхадев. Поэтому, когда мы идем к Нарисимхадеву, мы ему, к нему просим: «Не накажи моих врагов», да? Как постоянно к нему обращаются полубоги для того, чтобы спасти от давления демонов. Мы просим его: «Бхакти Вигна Винашина, Нарисимхадев, пожалуйста, устрани, защити меня, Бхакти Вигна, от препятствий, которые в Бхакти, Винашина, устрани их. Устрани все препятствия на пути моего Бхакти». На пути какого Бхакти? На моем пути к Радхе Мадхаве. Поэтому завтра и сегодня, и послезавтра, в эти благословенные дни и на протяжении всей остальной жизни мы можем приходить на Нарисимхадеву. Кто заинтересован, можете скачать с интернета и на русском есть, и на английском, называется «Навадвипа Бхава Таранга».
там можно найти вот этот фрагмент, можно заучить эту молитву, она очень небольшая, и просто каждый день можно просить Нарисимхадева, пожалуйста, помоги мне в моем служении, поворачиваясь направо, показывать можно рукой на Радха Мадхаву, в моем служении к Радха Мадхаве, помоги мне развить мою сильную любовь к Радха Мадхаве, помоги мне, пусть твои преданные помогут мне развить эту чистую любовь к Радха Мадхаве. Мы можем просить его об этом. И так прожить свою жизнь, постепенно взращивая свою привязанность к Господу, чтобы потом, в момент смерти, наша жизнь осветилась ярким светом встречи с Господом, который придет к нам вместе со своими спутниками и скажет нам: вот тебе подарок, тело, достойное спутника Господа или спутницы. И с этим подарком мы войдем в это же мгновение, как Вишванатха Чакраварти Тхакура говорит, без замедления, в тысячах и миллионах вселенных. Где-то прямо сейчас, вот пока мы сейчас говорим, начинается Кришналила. Через секунду после момента смерти обязательно найдется место для такого преданного, где он может родиться из лона вечно освобожденной гопи, в том месте, где Кришна вот-вот явится. И мы будем уже с детства слушать от старшей гопи о Кришне, который там в доме Нанды Махараджа. «Аи Нанда Тануджа Кинкарам». «Я твоя служанка, о сын Нанды Махараджа». И у нас это будет отождествление с детства воспитываться. И дальше пойдет так, что мы потом просто отправимся, когда чувства наши будут уже неспособны удерживаться в этом теле, в том теле, которое лучше, чем это. Тогда мы просто станем несовместимы с этим материальным миром и отправимся играть дальше с Кришной во Врадже, уже даже не понимая, что с нами происходит. На этом мы закончим сегодня. Нарисимха Чатурдаши, который будет завтра. Ки джай, Шрила Прабхупад, ки Шри Санкиртан Яги, ки джай, Гоур Премананда, Хари Хари Бхо. Шрила Прабхупада, ки джай.